В этом году Чебоксарская детская художественная школа имени Акциновых празднует свое 25-летие. В честь этого в Национальной библиотеке открылась выставка «Дороги творчества», в которой представлены экспозиции учащихся. Взглянуть на работы юных художников отправилась и наша съемочная группа. Достаточно взглянуть на эти работы, чтобы понять глубину детского таланта. У молодых художников свой мир, свой взгляд и свое понимание искусства. За 25 лет сотрудники художественной школы сумели вырастить не одно поколение мыслящих ребят. Если на самом начальном этапе в ней учились 70 человек, сейчас же воспитанников сотни. Многие из них уже сами преподаватели. Коллектив сейчас очень сильный, имеет очень большой потенциал и имеет очень большие планы своего развития. Я считаю, следующий этап развития нашей школы будет зависеть от строительства галереи детского изобразительного творчества на нашей территории. Творческое начало всегда присутствовало в педагогах и ребятах. Они уже думают о том, какое продолжение будет у аллеи искусств. Вместе со скульптурами здесь обязательно должны присутствовать имена талантливых учеников. По сути, рядом со школой должен появиться целый парк, где будут представлены ученические таланты во всем их многообразии. Я хочу стать дизайнером и потом поехать в Москву. Я надеюсь, что у меня все получится. В школе я хочу процветания, чтобы к нам все время приходили такие талантливые дети, находили себя в искусстве и выросли талантливыми художниками, талантливыми людьми. В прошлом году художественная школа имени Акциновых стала лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лидер в разработке и внедрении программ художественного воспитания», а Владимир Аксенов стал директором года. Такие результаты – лучшее подтверждение того, что в школе работает коллектив единомышленников. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика.